«Спящая красавица». Именно так описывают исследователи мумию маленькой Розалии Ломбардо. Тело девочки уже почти 100 лет хранится в музее мертвых в Палермо. И по необъяснимым причинам не только не истлело, но и иногда подает признаки жизни. У мумии открываются и закрываются глаза. А недавно ученые, изучавшие феномен, зафиксировали нервные импульсы в голове давно умершей девочки. Все подробности в материале Дениса Шурыгина. В это невозможно поверить, если не увидеть собственными глазами. Мумия итальянской девочки опровергает все законы науки. Спустя 94 года после своей смерти Розалия Ломбардо проявляет признаки жизни. Сицилия, музей мертвых в Палермо, в мрачных катакомбах более 8 тысяч тел. Несколько поколений местной элиты. По традиции здесь не хоронили, а мумифицировали покойников. Главный экспонат выставки – стеклянный гроб с телом маленькой аристократки Розалии Ломбардо. Девочка умерла от туберкулеза в 1920-м, за день до своего второго дня рождения. Но и спустя почти 100 лет выглядит как живая. Кажется, что ребенок просто уснул. Ощущение усиливается невероятным эффектом. Время от времени у мумии открываются глаза. Это невероятно. Я видел, как вздрогнули веки. Жутко, но оторваться невозможно. Впрочем, у работников музея есть объяснение происходящего. И, похоже, к мистике оно никакого отношения не имеет. Это всего лишь оптическая иллюзия, производимая светом, падающим на лицо мумии под разными углами в разные часы. Веки девочки никогда не были плотно сомкнуты, благодаря чему и создается иллюзия открывающихся и закрывающихся глаз в зависимости от угла падения солнечных лучей. Любители мистики говорят, довод с преломлением света вполне резонный, но как тогда объяснить еще один невероятный факт? Несколько лет назад, когда ученые проводили очередное исследование мумии, они зафиксировали две вспышки мозговой активности в голове Розалии. Мы имеем дело с чем-то невероятным. Мы проверяли и перепроверяли наше оборудование, но все показания оказались точными. Маленькая девочка вернулась к жизни более чем на полминуты. Я всегда сначала был ученым, а затем уже христианином. Но этот случай заставил нас соприкоснуться с жизнью потустороннего мира. Еще одна тайна – рентгеновские снимки. На них отчетливо видно, что ткани и внутренние органы ребенка по-прежнему остаются нетленными и находятся в очень хорошем состоянии. Врачи пока никак не могут объяснить все эти странные факты. Говорят, нужны дополнительные исследования. А вот местным священникам, похоже, все понятно. Признаки жизни, которые подает Розалия – это просьба об упокоении. Многие видят в этом знак. Тело надо похоронить по католическим канонам. Тогда душа ребенка успокоится и отправится на небеса. Впрочем, похоронить Розалию, как того требует христианство, вряд ли получится. Слишком много людей заинтересовано в том, чтобы девочка так и оставалась на всеобщем обозрении в стеклянном гробу. Ведь пока за мумией Розалии Ломбардо можно наблюдать, у работников музея мертвых в Палермо есть работа, у туристов – развлечения, а у ученых – повод для рассуждений о жизни после смерти. Денис Шурыгин, Ольга Смирнова, ТВ3.